можно было бы меняться. Так, ну, там можно просто было бы пересесть, подать, если пострелять, а потом опять пересесть на там. Да, да. Но не падает. Я так соло летал. Да, да. Соло-то заебись, конечно, а вот вдвоем уже как бы не постреляешь два ствола. Вот если было бы три места, было бы охуенно. Можно было сесть, там два на пассажирских, а надо так пойти спокойно, планируют. Так, походу с нами будут два пидора. Да, походу будут. Да, ну тут база большая, главное машину не проебать нахуй. Да, что, где мы будем? Ну а давай, быть, вот что, может, сангар... А, ты хочешь на домик? Сангарщиком, ну давай сангарщиком. Давай вот этих сангарщиков. А, ну вот пойдем, да, потом там. Или может я даже, наверное, вот сюда на этом горшке прыгну, потом пойду в ту сторону горшка. Или вот так, эту часть золотая. Так, тачка а есть, петушня. Тачка есть, она где-то... Так, а где петушня-то? Я петушню не... А, петушня не долетела. Петушня, вон она перед тобой. Летит. На красный ангар летит. Давай зеленые тогда ангарчики залутаем, вот эти два. Да, я только не долетел там, немного. Можешь тут поставить? Какой ангар там поднимался? Блять, я под забором, нахуй. Вот этот ангар. Блять, мы неудачно с тобой, мы, короче, разделены. Да. Ладно. Надо пушку хотя бы найти какую-то. Нет, только не коряк. Так, ладно. Так, ну второй сет есть. Блять, касочка. Так, третий броники, а касочка первая. Это дерьмо. А, у меня рюкзака нет, я ничего не могу положить себе. Так, ладненько. Касочка первая, это не очень хорошо. Просто дерьмо. Не псикать бы. Быстро, пока его друг где-то в ебенях упал. Да, может быть, заштурмуем его. Ну, сейчас я... Еще, ну, тут еще подобраться, блядь, тяжеловато, конечно. Он уже, может, съебался оттуда. Может, у меня есть две боевые и флешка, может. У меня только дымы. Короче, я пошел на разведку. Смотрю. Он, может, уже в другой ангар съебался, скорее всего. Может быть. Может, загасился. Рюкзак. Тихо. Он в следующем ангаре, по-моему. Ну, да, я увижу. Ты дай флажку бросил? Да. А ты его ног нашел? Я его добил. А, добил даже. Я вдруг-то надолил. Интересно. Касочку спиздил. Так, есть у него рюкзак. Да, рюкзак есть. Его друг будет мстить нам. Да, мстя его будет жестоко. Ну, вдруг в самом начале падал. Короче. Надо чип спиздить. Возможно, он будет гаситься до последнего, потому что здесь возрождалка есть. Пизжу. Пойдем, надо спиздил чип. Какой-нибудь залуп его скинуть по-быстрому. Чтобы он его не нашел. Мусор по нахуй дерьмо. Ну, залутался он неплохо, все, это мне понравилось, то, что он мне принес. Ну, только я теперь залутаться не успел, блядь. Эмочку бы мне или аук, что там на пятерках хочется. Тоже на пятерках, а то у меня без компенса. И... себе. Беричек, да, это дело такое. Так, сейчас я заныкаю его чип, так что кто не найдет. Сейчас нычка оборудована, сейчас я тебе даже покажу, где она. Нахуй.
Блять, сука, не то не беру то. Что там на пятерках нихуя, да? Yeah. Так. Коктейльчик, наверное, надо скинуть. Блять. Мисклики, что ли, проявляешь? Yeah. Ладно. Будем считать, что это байт. Парнишка. Прискачет. Ой, так, нет, это пулемет. Нихуя немочка. СЛРочку бы мне. Так, тут автомата нету с этими. С бустами. А, о, есть. Я буду нажимать, если ты не против. Пока... О, вот и СЛРочка. Все, супер. Тут комнатка специальная. На бустики не лезут. Приходится их кушать, чтобы забрать новую. Так, граната зона, блять. А у меня дымов туда хуище просто. Минимическое количество просто, блять. Если... Да, я возьму у тебя, если тебе лишние дымы. Да, лишние дымы. У меня 6 дымов, нахуй, было, блять. Вот. Если я попробую автоматик, чтобы он этот закричал. Запищал? Парнишка. Да, запищал, чтобы парнишка согрелся. Так, а что нам куда еще ехать-то? Так, нам бы, конечно, выдвигаться пора бы, наверное. Да, так, тачка, конечно. Короче, была, надеюсь, он ее не спиздил вот здесь. Блять. Ну, попробуем туда пробираться. Семерочек бы чуть-чуть бы. У меня 80 всего лишь. А лук нашел. Хорошо. Семерочки я где-то скинул, тут еще дохуя валяется. Да, спасай. Ага. Давай, дымы что-то скидывал, дымы, да? Дымы наверху, да, две штуки. Лежат на метке. Давай там вот пошевеливайся, это времечко у нас поджимает. Блин, бустик, я хотелось этот... Опустошить его полностью, ну ладно. Так, дымочек. Ой, восьмерочка. Что ж ты не сообщаешь мне о чем? А я тут, она тут спряталась, эту хуйню. Я ее не заметил. Сука, ладно. Так, бустов надо скинуть, уже не лезут нахуй. Так, дымы, говоришь... Так, надо дым еще бы один жила. Там семерки наверху, да? Нет, семерки здесь. О, семерки я вижу, тут есть. Мне надо немножко. Сейчас хотя бы соточку, да, нормально. Так. Блядь, профессионально делать. У меня профессиональный пока что. Что тебе у меня нет? Все, я готов. Погнали. Погнали. Чё-то парнишка гасливый. Ну, он, наверное, хочет у него чип спиздить, чтобы он до нас его галимого. Сука, блин. Ладно. Ну, он может разозлиться, когда увидит, что чипа у него нет. Конечно, разозлиться. А может, они вообще как бы эти рандомы, знаешь. Им похую друг на друга. Что, мы на этой хуйне поедем? Давай на быстро тачке, потому что ехать далеко надо. Хотя, ну да, по дорожке сейчас мы. Сейчас я тогда помогу. Скотчем, блядь. Какое колесико прошит. Хорошо, он будет доволен. Тут войне. Да. Да, двойная подлянка. Все, погнали. Так, ладно. Что, нам в Сан-Мартин, что ехать надо будет? О, там кто-то впереди на тачке. Может быть, это этот пидор как раз таки. Мы будем за ним погоню устраивать. Сейчас посмотрим, два их или один. Да, он заныкался, думал, что мы его не заметили, да? Че, оттормаживаться и пизды ему давать. Все, поехали, вышел из тачки. Поехали, блядь. Ему пизды ему дать, ну да ладно. Да выскочил, подожди, вот он меня мог. Сбрить как сука. Я его засадил разочек. Пока он там, блядь, свои это хуйни проворачивал, блядь, пересаживал. Он, конечно, забирал, он заныкался, короче, такой. Это мы проехали, он выехал сразу оттуда. Да, он трюки провернул. Неплохие. Кибер. А что? Он поедет за нами, что? Он там один. Был, да. Ну возможно, да, это, наверное, этот пидор есть. Он бросил своего друга. Даже не пытался. Ну, чуть-чуть.
даже не попытался. А если попытался, то что, он не захотел даже пустить там, чтобы просто съебаться, как тварь. Ебаная. Да, мы мчимся на отличной скорости, мне это нравится. Ну, я еще на кошеточку прижму и до конца. Да. Так, нам, походу, надо уже куда-то в другое место, куда-то не знает. Куда-то вот сюда, может, надо. Здесь только сумарки кто-то восстанавливает. Может быть, на восстановительной хуйне прямо засядем? Прямо там, думаешь? Ну, чтобы нас, если нас начнут добивать, чтобы мы могли сразу все. Докаться. Можно попробовать. Опа. Столкновение! Ой. Неизбежно! Блять. Да сука, хули у меня это там, блядь, одиночник стоит. А у меня аук одиночник стоял, блядь. Да. Прячься, Джеки. Прячься, Джимми, сейчас задымим тачку и едем нахуй отсюда. Да. Поебали. Погнали. Сука, у меня на одиночник стоял. Вот хорошо, что мы выскочили подстрелить по нему, а то мы реально бы ему там потом охуел бы, наверное. Чё-то я, блядь. Так, куда нам ехать? Обратно? Нам обратно, да. Да, поехали, что, туда же. Че, будем там через этого, через прострел прямо поедем, ну? Да похуй, поехали, послушаем так, честно. Попробуем, да. Если бы въебало не дали сразу же. Надо бы с ними, может, не зашкирить. Ты со мной, что ли, будешь прятаться? Ладно. Ну че, в этот кемпик или куда? Давай попробуем кемпик, там, правда, мог же пидор сидеть. Надо его как-то осмотреть бы. Ладно, смотрим, значит. Если надо осмотреть. Сидят уже пидоры тут. Сидят дети. Пидоры. Блядь, там патронов, кстати, мало, 40 что-то. Надо будет пополнить. Значит, надо где-то их добыть. Потому что у меня на АУК и на АМИК хватит что-то. У меня всего 100. Тут, по-моему, тоже 100... стреляются. 113 в запасе. А, нет, это не здесь стреляются, это где-то. Ну чё, куда нам нахуй башить там, Джекаросов? Да, сейчас он фальпозы что-то поедет. Ой, блядь, да чё у нас тачка-то ебало задрала? Скорее, давай. Тёмка, гони из нас этого дерьма. Сука, спрыгучая слишком машина, подвеска нерабочая. Блядь, у меня ни одного бинта нахуй нет. Пизда, блядь, нужно где-то... Нам надо где-то гаситься. Давай пробуем, не знаю, куда. Какую залупу нам заехать, которая тоже кто-то сидит. Маленькая нахуй. Хуй знает. Какая-то бомжатня, но это не то, блядь, неподходящая. Сука, гасится со всех сторон, суки. У тебя же бустиков дохуя должен быть, пускайся. Да бустиков дохуя, я же поворачиваю все время, не могу. Давай я пойду. Раз это. Пока что. Давай вот здесь гасанемся, попробуем. Давай попробуем. Полная бомжатня, надеюсь, здесь никого. Думаешь, как это бомжатня любит? Где никого? Да, здесь. Может, здесь может сидеть такая шо. Даже мышка. Тихо. А, это буря. Так, мне нужна каска. Каску прострелили, черти. Это еще. Да, здесь первая хуйня. Да зачем я пятерки-то взял? Тут на уге пятерки, да, сейчас приду. Сейчас я их поднял, короче, сейчас принесу. Да. Не знаю, на какой хуй я их взял. Я, короче, по привычке. Думал, я на пятерках. Ко мне дымочек сгодится. Тебе не нужен дымочек? Мне нужна каска. Здесь в этом ходе нет каски. Так, здесь вот. Здесь шок профессионал не возьму, пригодится. Шишку возьму. Сейчас бетоночка. Здесь по-любому должна быть. Бетоночка, да, ваша буша таким был ебаный. Академия какой-нибудь. Еще пятерки. Еще аук. Нормально. Нужно хватить пятерок тебе. Да, тут дохуя пятерок. Семер, да тут всего, да, тут не лутано, тут всего дохуя. Так, каску обновил. Все, можем теперь так, а мы еще и в зоне, отлично. Будем гаситься, наверное, тогда здесь. Так, что здесь? Ребятки, друг вызвали. Профессиональный. Суки. У него еще пламенгас на СЛР-ку, ну ладно, наверное, уже. И жопку. Бля, мне бы компенс бы на аут был пиздат, это я бы вообще полностью доволен. Абсолютно. А, ну и угловую бы вместо этой вместо вертикалки. Было бы здорово. Так, энергетики не лезут, я тогда булик еще в себя валил. Точнее, скушаю. Блин, женский. Жалко, блять.
Так, тут угловая, кстати, есть. Тут щит, блядь, может щит спиздить. Он не лезет нихуище, жалко, блядь. Щиточек бы разложить бы нахуй, чик-чирик. Где угловая? Там? Так, блядь, на метке Джессика, нахуй. Где щит? Там на щите она. На улице, хочешь, чтобы я вышел? Да. Забью, тут что ли, сука. Ладно, я поднимусь на крышу еще. Ну поднимайся, хватит. Поднимись, Джессика Фомоза, я пока здесь шуршану, погляжу, что тут есть, а вот жопка. О, восьмерочка тут для меня имеется. Вообще удачно заполз. Пятерочка еще есть немножко. А здесь посмотрю, нет ли здесь какого петуха. Я там пробегал уже пока. Эти бетонки. Боевая гранатка тут. Так, зона съебалась от нас. Довольно-таки очень дерьмово она съебалась. Так, надо смотреть, ох, зона полевая будет, возможно, и нет. Гранатка там не будет, сука. Тут горные хуй, сус. Надо, короче, подъезжать в город и с города как-то уже. Или пробежим, давай добежим, наверное. Добежим? Или доедем, как лучше. Так, ну хуй знает. Давай попробуем набежать, тут горы, в принципе. Какие-то холмистые вот места. Тут да-да, вот если зона будет здесь, нахуй, тачечка бы нам решала бы за ней гаситься. Да, ну там, в принципе, поле такое, тут нормально. Дохуя всяких этих хуйней голенных. Стопусин ебаных и прочего дерьма. Да, блядь. Надо смотреть поблизости, никто ли не бежит с нами. Так, 20 людей еще так-то. Прилично еще народу. Кстати, да. Все гасится, ну, где-то. Уже скоро. Блин, мы хорошо вооружены, нам бы, конечно, видеть-то не пристало. О, поле кто-то готовится. Да сука, что и стрелять? Тебе работает? Кто-то, что ли? Работает, как сука. Да. Кто-то это? Это так открытый город, так прострелить могут. Ебало дали, Джессика! Я свивей, они там в сене сидят. Не ссы. Сена, то ли вот этот, то ли вот это, не пойму. Надо уходить, какой-то сено там. Какой-то. Да, сейчас в зону надо заходить, она уже пошла, кстати. Блядь, каску теперь надо поменять. Сейчас стреляют неплохо. Это будет тогда ангарчик, какой-то ангарчик зимой подбежать. Нет, не в ангарчик, сейчас через бочечки. И как-то проскакивать сейчас надо туда, бочечки. Дальше. Вторая бочечка уже в зоне, там еще останавливает эта ебучая, там какая-нибудь сука может сидеть. Машина, блядь. Да, может. Ладно, вот это. Ангарчик вот этот запас себе пробовать. Прищепить. Он частично в зоне тут. Где касочка лежит? Где? Вот здесь аппараты с бюстиками. Угу. Можно напиться до фула. Блять, компенсик бы, конечно, раздобыть. Сука, зона подошла. Зона съебалась в поле, что ли, блядь, ебаная сука. Я говорил, что так суки будет нахуй. Ладно, надо как-то добираться, вот там еще ангарчик есть. Вот тут на возвышенности. Тишины. Так, что мы можем? Так, давай-ка как-то через домик. Аптечку распизжу. Блять. А давай потихонечку. Надо слушать уже больше. Так мыши нас первыми не услышали. Сука. Хи могут быть где угодно. Этот ангарчик нам подходит. Ангарчик для позиции. Подходит. Заходить нам нужно осторожно. Смотри, сразу вверх может сидеть, могут сидеть. Так и в комнатку. Комнатка залупа какая-то.
В этой комнатке мог. Мог петушок вот здесь вот сидеть. Да. Тушить. Я тут посижу. Так, жопка, жопка, нет, это жопка мне ни к чему. Ладно, я попробую прочекать. Пока никакой мышки не обнаружил. Тут еще, тут, кстати, надо, есть место одно пиздатое, мне подсказали одни стримеры. Точнее, я подсмотрел. Ну, там есть перила такие, на них можно сидеть. На жёлточке что? Как петушина? Ну, тебя там плохо видно через решетку. Оп. А ты видишь, все поле простреливается отсюда. Так что можно... Надо, чтобы спина петушка не зашла. Вот отсюда мы можем, короче, ноготь вообще заебись, слечь бы еще. Отлично получается. Вот слева дым какой-то. Тушки там. Там, да, там два ствола в будке. Будем работать? Так, сейчас. Сука. И один, второй за будкой. А, и там еще луки подбежал туда. Куда-то. Там. А луки уже вон там за камнем сидят. Так, им сейчас бежать надо, этот. Перезаряжаю. Они еще воюют друг с другом, походу. Там еще луки. Лутаются, что ли? Пусть. Ну, похуй, он лутается, блядь. Под обстрелом, сука, как мы его не ёбнули. Не знаю, у них там тачка стоит, по-моему. Да. Зона от нас ушла. Блять, в решетку попадает Джимми. Ой, тебя заметили. Да. На нахуй. Хорош. Где тачки едут? Так, мы не в зоне. Да, мы не в зоне. Да, не едут. Они нет, пушить едут, походу. Не знаю, не знаю, сейчас война будет. Надо нам это тоже. Надо зону быстрее это снимать, пока не дрочит. Я там в жопу порвался. Я медицину собираю. И надо что-то, блядь, придумать. Бля, что придумать-то? Я не знаю, Яра, что придумать. Вообще тут жопа полная жопина. Надо спускаться вот из-за какие-то эти хуйни. 6 человек осталось. Двое там, двое на тачке подъехали. Все, они все в той стороне, короче. Но надо этот просто спускаться вниз, нахуй. Тут как? А как мы внизу-то будем воевать? А вверху-то где, нахуй? Тут наверху уже негде воевать. Ладно, спускаюсь. Надо в поле, короче, занимать. Да. Но они на тачках, они уже к тачкам отступают. И они, короче, закрывают этих двоих и к нам поедут. Нам нужна позиция топовая. Да, желательно вот эти сена. Давай сена вот это займем. Да. Давай сена возьмем. Мы можем в спину работать, Джимми. Да, я понимаю. Готов? За сену нужно зайти для начала. Я за... Пока не поехали. Ебать, у них, конечно, этот... Нокнул одного. Где? Всех убил, Джимми! Да. Топчик, сука. Топчик, да. У меня урона нихуя нет, правда. Да и у меня нет нихуя. Ну, если честно. Ты там вон гори гасанул нахуй, потом тут еще гасанул, считай. Ну я там. Да, эти ребята закрывашки, а мы закрыватели закрывашек оказались. Да, блядь, да. Что там? Позиционка зарешала. У меня киллов нет, урончика, наверное, тоже нет нихуя. Так, ну хотя бы 200 дайте. Ладно, пойдет. Нормально. Нужно даже лайк въебать. Все хорошо. Ну, больше 200, я считаю, уже нормально. Значит, 2 к 1. А куда столько успел нахуячить-то, блядь? Так ты же там нокал, помнишь, с миника? Да. Ты там, мы с этой, блядь, жердочки работали по КД.